Ну что ж, привет всем любителям Point Blank, на связи вновь Arena 4 Game, сегодня у микрофона работаю я, Максим Чейф, и мы возвращаемся к нашему легендарному дивизиону. Давненько мы не видели ребят, ну и сегодня и завтра парни покажут, на что они способны. Наш боевой вечер на сегодня открывает два коллектива, это коллектив WF Visage против коллектива Literate. Ребята у нас уже практически в полном боевом составе, ну и, собственно, готовятся уничтожать друг друга. Посмотрим, какие карты они себе выберут, что они нам покажут, ну и, собственно, как вообще пройдет наш Best of 3, как парни будут себя чувствовать, будет ли это BO2 за какой-либо из команд, или же будет все полноценно. Ну а так как я сегодня один, ребята, мы стартуем с вами. Ставочки, ставочки наши дорогие. И также, как мы и обещали вам с Германом ранее, то что сегодня и завтра у нас будет проходить конкурс «Угадай слово». Для тех, кто пропустил вообще эту фишку, мы какое-то время отсутствовали ВКонтакте, находились на Твиче. Ну и, собственно, сейчас мы вернулись для тех, кто пропустил. Значит, я вам сбрасываю ссылку в чат на форму. В данной форме вы заполняете ссылочку на вашу страницу ВКонтакте, слово, которое вы собрали из наших букв, ну и, собственно, на каком матче вы собираете данное слово. По исходу всего матча, то бишь по всему ходу BO3, я буду сбрасывать вам в чат по одной букве от слова. Слова будут, буквы точнее, будут в разноброс. Так что вы должны будете из этих букв собрать слово. Слово по-любому связано с игрой. То есть там teammate, team kill, там ace, не знаю, фрагорез, что-нибудь из этого, да? Так что, ребят, вам вот такая вот небольшая подсказка. И те, кто соберут первыми 5 человек, соберут слова, то они и получат. То бишь топ-5. Все, кто получит... Тьфу ты, господи, Максим, до свидания просто. В общем, пятеро ребят, кто первыми соберут слово, те и получат призы. Все, вот так вот. Да, ну именно. Что теперь поделаешь, Максим, сегодня... Бам-бам. Итого у нас за сегодня будет 10 победителей, ребят. Вы можете на каждом матче собрать по слову и получить призы. А призы у нас следующие. Это АУК-3 Blaze плюс смена оружия на 10 дней. Чейтак М200 РУС плюс С4 спецпакет на 10 дней. По 90 МКС плюс доп. ХП на 10 дней. И СК-2010 Gold плюс кумулятивные патроны на 10 дней. То есть что-то из этого вы можете урвать сегодня с собой. Так, ну что ж, делайте потихоньку ваши ставки. Еще буквально минутку. Ну и, собственно, потом уже будем переходить на нашу форму. Давайте пока что пролетимся по ростерам наших команд и начнем с коллектива Literate. За Literate играет Лапа, Вэк, System Z и Рензо. За коллектив WF Visage, Вейзи, Гантеля, Джонни Кей, Джонни и сейчас еще пятый боец у нас подтянется. Ну и там уже посмотрим, кто кого. Пока ребята ведут черк, я думаю, уже можно закрывать наши ставочки. Так, вот, неплохо нафлудили по ставкам, а то все стеснялись, сидели тут, что-то особо не ставили. Сейчас самое оно. Так, ставочки я ваши сохранил, менять там что-то переписывать бесполезно. Так, ну и, собственно, давайте скину вам ссылку на форму. Так, вот вам ссылочка на форму. Стримчанский идет сейчас в прямом эфире в ВКонтакте, нет никаких сторонних ссылок, так что, Ислам, я не знаю, огорчил тебя или обрадовал. Так, у нас тут прошел черк. Первая карта у нас будет взрыв в городе. Ну что ж, вот и Райден к нам подтягивается. Ну и поехали.
Поехали на живой раунд, парни ставят. Зеленеем. Так, ну раз я вам уже потихоньку скидываю ссылочки на форму, значит, давайте уже и пойдем по словам. Первая буква улетает в чат. Так, оп. Так, ай-яй-яй, Вейзик у нас вылетает. Ну ладно, я думаю, подтянется сейчас по фасту. И будет огонь. Также, ребят, сегодня у нас будет разыгрываться конкурс репостов. Данный конкурс у нас закреплен сейчас в группе ВКонтакте Point Blank eSport Official Public. То есть вот это вот начинается он 4 декабря, Point Blank исполняется 7 лет и так далее и тому подобное. Сделай репост и участвуй в розыгрыше. Когда? Во время стрима. Счастливчик получит UA93 и плюс 200% опыта на неделю. Так что, ребята, вот такую вот штуку мы сегодня с вами разыграем. Будет вкусняха, но это будет уже непосредственно в конце нашего боевого вечера. Сейчас пока что дожидаемся Вейзика. Давайте еще немного отвлечемся на нашу арену. И здесь посмотрим, что же вообще нового происходит. Да, кстати, ребят, боевая эстафета. Ну, кто проспал, сами виноваты, но участвовать всем можно было. Там просто мега-супер-пуперские призы вкусные были. Также принимаем участие в боевых будни. Регистрация открыта, то есть здесь все просто. Зашел, турниры активные, что-то вот это вот сейчас идет, что открыто, да, какая регистрация на данный момент. Вот рекрут 42 для новичков, для ребят, у кого вообще нету никакого опыта игры на арене, боевые будни, клановые турниры, все для вас, ребят. Так, возвращаемся в игру, Вейзик нам залетает, ну и, собственно, на живой раунд ехали-ехали, взрыв в городе, и сейчас пойдет у нас резня на мосту, и посмотрим, за кем же останется все-таки право выбора сторон. Тоже немаловажная вещь. Главное начать за нужную сторону, а там уже все пойдет как по маслу. Так, отлично, полетели на мост. Все, пошла резня. Рензо. Но здесь литерейты довольно-таки неплохо доминируют. Ну, гантели. Здесь уже все, парню, хана. Да, остается право выбора сторон за коллективом литерейт. Ну что ж, посмотрим, какую сторону они сейчас выберут, что они нам интересного покажут. Ну и литерейты, в принципе, никогда не славились своей пассивной атакой или же обороной. Всегда играли в агрессии. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Смена. Смену выбирает у нас литерейты. Ну что ж, смена так смена. Так, что у нас тут по девайсам? Джонни с Аугом, гантели с Аугом. Джонни Кей, окей, был с Аугом. Обычный Джонни у нас с UA93, Вейзик с Аугом и Райден с Аугой. Гантеля хотел сказать. Так, по литерейтам Лапа с Аугом, Вейк с Аугом, Систем Уашки, Рензо Ауг и Зи Уашки. Окей. Дожидаемся Райдена и поехали. Да, отлично.
Супер, все прогрузились. Ну что ж, литерейты у нас начинают за атаку и сейчас будут потихоньку определять свой вектор атаки. Систем и Зи будут работать сейчас под Альфу, обороняется Вейзик и Джонни. Зишка просто на уверенности летит вперед, лапа делает прокиды, от Зишки залетает неплохой опенфраг по Вейзику, но потихоньку стягивается, остается у него 4% здоровья. Райден также летит на колпу своему тиммейту, уже находится в двойке, откидывает ХЕ под БК. Здесь Рензен, довольно-таки неплохая игра сейчас на мосту, минус по гантели. Ну что ж, пока что коллектив WFSG начинает проседать в своей обороне. Райден стягивается под бету, уже прокид с моста залетает, от лапы есть минус по Джонни Кею. Райден по-прежнему обороняется под бетой, но здесь уже со всех сторон начинает прессить. Зачекал Рензо, есть перестрелка, от система банка залетает под Джонни, и Рензо разбирается с Райденом. Первый раунд в копилке коллектива Литерейт. Ну, такое дело такое. Пока что что-то у коллектива WFVG совершенно не заходит оборона. Очень как-то вяло парни себя ведут. Но посмотрим. Откид ХЕ на мост. Здесь лапа с ХЕшки забирает гантелю. И Райдена также отключает. Боже, серьезно, даблкил с ХЕ. Я не знаю, как-то парни совершенно не могут удержать натиск своих визави. Но посмотрим. Лапа уже проходит через мидл. Рензо также под чердаком. Джонни Кей минусует Вейка. Зишка на ноле. Джонни проходит боковую. Ну там Джонни Кей, кстати, довольно неплохо справляется под бетой. Троих похоронил. 2% здоровья остается. И Зишка соло против троих своих оппонентов. Джонни Кей редовый. Джонни нашит. И Вейзик фуловый. Ну что ж, против Вашек, в принципе, ребятам будет сложно отыграть, но если Вейзик сейчас поставит пачку, то это будет красиво, конечно. А так небольшие риски на то, что Зишка заберет этот раунд, есть. Все-таки двое рыдовые, один фул против фулового с уашками, это такое дело. Ну что, Зишка, определяйся уже быстрее, куда пойдешь. Шумит на винтах, но здесь уже Вейзиков готовится контроль, и также бету закрывает Джонни Кей со своими 2% здоровья. Зишка взрывает бочку и стягивается опять же под ноль. И будет уходить, скорее всего, на нет, не в Т-шку. Пойдет на КТ, на Т-спаун, прошу прощения. Развел своих оппонентов немножко. Но здесь Джонни все равно остался под винтами. Если что, моментально стянется в Альфу. И Зишка как раз-таки уже тут. Через боковую проходит. Сейчас позиции Альфа может занять. Но Вейзик уже зачекал своего оппонента. Зишка ставит плейнт. Ну что ж. Прекрасно понимает то, что на двойке его уже контролят. Будет сложно уходить. 68% здоровья. Здесь еще и Джонни. Ай-яй-яй, как Джонни сейчас везет. Ставит пачку по Вейзику. Также имеется информация по Джоннике. Ой-ой-ой-ой-ой. Серьезно, Зишка троих положил. Ну вот, я же говорил, будут проблемы у ребят. Если Вейзик не поставит пачку, это второй раунд в копилке коллектива Литерейт. 2-0 пока что ребята лидируют. Ну и срочно нужно что-то менять в своей обороне коллективу WFVG. Откид ХЕ на позиции моста террористов уже имеется от гантели. Ну и, собственно, гантели будет обороняться соло под водой, ну и чекает мост. Там Вейк и Рензо потихоньку пытаются проходить. Окей, лапа по-прежнему отыгрывает от Т-спауна, чекает мидл. Райден на катушках. Рензо пока что проходит мост, но здесь гантеля будет на обороне, уже отбрасывает дымовую. И потихоньку да помаленьку Райден будет саппортить сейчас своему тиммейту. Ай-яй-яй, Рензо, ну царская хаешка, царская, ничего не скажешь. Вейзик также подтягивается на Б, Райден залетает минус по лапе, Джонни Кей хоронит систем, а Зишка опять же отыгрывает от ноля, пытается зачекать своих оппонентов на миду, но здесь парням совершенно делать нечего, просто никто не собирается идти в гости к Зишке, и Зи принимает решение агрессивной игры на винты, есть неплохой минус, ну что ж. Опять же остался соло, но на этот раз уже против троих, и ребята фуловые, за исключением гантели. А вот Зишка 65%. Проходит опять же через боковую. Видит Джонни, перестрелка. Но пока что... Ай-яй-яй, Зишка, еще и патроны заканчиваются. Но на уверенности выпадает в яму и дает минус по Джонни. Но Вейзик его не прощает. Ответный раунд залетает от коллектива WFVG.
Парни пока что начинают реабилитировать себя, но по-прежнему преимущество в один раунд остается за коллективом Литерейт. Парни отбрасывают хаешки, пока что это все безрезультатно, и направляют свой вектор атаки под альфу. Втроем будут работать через боковую, откид хае в позиции плента непосредственно. Здесь Вейзик должен собирать спектр информации по своим оппонентам. Лапа выходит просто с винтов, даблкил с одним хае, но... хае, хп. Ну красавец, Вейк вырубает Вейзика также. В альфе Джонни пытается еще как-то сопротивляться, но похоронил двоих. Гантеля также с хаешки забрал лапу, но Зишка и Систа моментально уничтожает своих оппонентов. 3-2, преимущество вновь вырастает у коллектива Литерейт в 2 раунда. Но что-то как-то WFG совершенно не узнать, парни. Такое ощущение, будто на расслабе играют просто. Ну, сейчас покатаем чисто по фану, ребят. От Вейка, опять же, хаешка залетает по Вейзику. Сколько уже фрагов зашло с хае? Я не понимаю, как ребята не успевают на них отреагировать. Вроде они так очевидно летят прямо у них на глазах. Райден, 100 хп, потихоньку начинает передвигаться уже по двойку. От лапы залетает минус по Джонни. И здесь Рензо пытается перестрелять с гантелей. Но 62% хп у гантели остается. И он оказался сильнее в этой дуэли. Джонни проходит боковую, зачекал Система, забросил по нему дэмэджа. Но у Система также имеется информация, где пошел прессинг. И здесь ребята уже готовятся контролить своих оппонентов. Двое игроков стягиваются на Т-спаун. Сейчас у Джонни могут возникнуть большие проблемы, но слышит Зишку. Нет, не слышит Зишку. Зишка заходит в спину, перестрелка, Джонни справляется, но вот он Система не осилил. 16 хп оставляет Систему. Систем продолжает работу под альфу, будет работать через боковую. А здесь гантели уже в яме, ну что ж. Лапа также работает через тэшку, подхват от Райдена на двойку, видит Система гантеля. От Райдена минус по лапе, гантеля забирает Система, а Вейк коварно проходит уже под бету в эту шумиху. Ну и, собственно, ставит плейнт, будет принимать агрессивно, сразу же перемычку, но здесь парни принимают решение разделиться потихоньку да помаленьку. Райден будет работать через мидл, а гантеля сел под чек, Вейзик еще выпадает. Крайне неприятная ситуация. Ай-яй-яй, здесь Вейк дает неплохой минус по Райдену, но и остается один на один против гантели. Ну что ж, неужели это будет четвертый раунд? Гантеля очень громко работает, здесь Вейк его зачекал, да. Пока что коллектив Литерейт лидирует крайне уверенно. Просто 4-1 ведут. Ну, жестко, жестко. Так, Вейзик уже здесь. Что случилось, ребят? А нет, не здесь. Выпадает Вейзик. Ну ладно, будем пока что его дожидаться. Тарантантан. Тарантантан. Как-то не узнаю я сейчас коллектив WF Visage. Ребята всегда отыгрывали очень жестко и уверенно, независимо от стороны, то есть даже от карты, они на каждой карте могут проявить свою агрессию, но вот сейчас что-то с ними просто пошло не так. Как-то парни расслабились, не знаю, может, тактика такая, чтобы Литерейты сейчас расслабились, а потом так оп, и залетело. Ну, что хотят сейчас нам показать коллектив WF Visage, я, если честно, пока что не понимаю. Ну ладно. Будем ждать. Может быть, что-то изменится, но уже Литерейты близки к тому, чтобы забрать первую половину. Остается буквально один раунд для взятия. Ну и, собственно, там уже... будем переходить на смену сторон. Но вот с каким счетом, это огромный вопрос. Будет хотя бы 5-4, я не знаю. Коллектив WF Visage потихоньку будут выравниваться. Или же все-таки Литерейты здесь в хламы заберут первую половину. Там, не знаю, 7-2, 8-1. Неизвестно. Ну, посмотрим. Осталось дождаться Вейзика, и все будет в ажуре.
Так, что у нас там на чатике происходит? А тут ребята, как обычно, покусаться любят немного. Да, кстати, по нашей эстафете собери слово. Собери слово, дорогой. Значит, одну букву я уже вам скинул в чат. Значит, сейчас ловите вторую. Что-то Вейзик у нас пропал надолго. Так, ладно, ждем пока Вейзика. Но, ребят, для тех, кого интересует вообще, что у нас происходит на арене, но он там путается, не может найти нужные ему действия и так далее. Ребят, давайте на арене сейчас попрыгаем с вами немного. Собственно, новости, да, наши. Все, что у нас происходит с нашими дивизионами, какие-то изменения и так далее. Все вы можете найти здесь. Добавляем новые турниры. Вот, допустим, турнир для всех-всех-всех. 2x2 был турнир, то есть могли принимать участие абсолютно все прогнозы на игру. То бишь, вот сейчас на коллектив WFVG же против литерейтов. Вы можете здесь все почитать. Турниры. Какие открытые. То бишь вот сейчас то, что идет. То, куда открыта регистрация. Ну, здесь, в принципе, все подписано. Все по-русски. Также вы здесь можете найти активные полностью и завершенные. То бишь все, что закончилось. И посмотреть, кто же там оказался победителем в конце концов. Также посмотреть команды, куда идет набор. Вот в команду Дежавю можете забросить заявку или в Unexpected Today, да, допустим. Здесь вы можете спокойно найти свою команду, игроки, их статистика. Вот Amphiterate сыграл 762 матча, побед 502, неплохо, поражений 199 и вообще очки 1506. Довольно уверенно парень работает. Также можете бросать свои отзывы и так далее. В общем, все, ребят, здесь абсолютно вся информация. Ну а для кого сайт арены крайне сложен, просто не может там найти, что вообще куда происходит. Также вся информация о наших турнирах, дорогие друзья, выкладывается в группе Point Blank eSport Official Public. Здесь абсолютно все анонсы, все, что происходит, хайлайты также по прошедшим неделям легендарного, элитного там и так далее, боевого дивизиона, да, битва за декабрь, что здесь и как, все описывается, когда стартует, ссылка на сам турнир, на арене, где можно оставить свою заявку. Также статистика наших бойцов. Вся информация здесь, ребят. Также вся инфа о конкурсах репостов. Что разыгрывается, когда разыгрывается, зачем разыгрывается. В общем, ребята, всю информацию вы можете узнать в группе Point Blank eSport Official Public. Так что подписываемся на эту тему. И там слоите все. Ну что, Гантель отписывает то, что уже Вейзик в ТС, видать, скакнуло напряжение, может, интернет скакнул, и возвращается потихоньку парняга к нам. Ну и сейчас у коллектива WFVG было довольно-таки немало времени на то, чтобы обсудить, что же у них пошло не так, что они делают, может, где-то провести рокировку игроков, переставить, ну или наоборот, где-то усилить позиции. Так что я думаю, все-таки коллектив WFVG должны нам ответить какими-то более эпичными минусами, более эпичной игрой в обороне. Ну а пока что вот эта вот игра в одни ворота, просто литерейты забрасывают раунд за раундом к себе в копилку, и это
Совершенно не радует сопротивление. Хотелось бы видеть. Дишка вообще один троих положил. Вот и Вейзи, кстати, к нам подтягивается. Отлично. Но продолжаем, продолжаем потихоньку наблюдать, наблюдать. На-на-най. На-тира-тира-тайра. Вейзик, жми, давай. Ай, два левая, два правая. Вот, все. Отлично. Продолжаем. Отлично, все прогрузились. Ну что ж, будем надеяться, то, что никаких фризов больше у ребят не будет. Вейзик напрямиком мчится под Альфу. Здесь отбрасывается хаешки на перемычку. И пока что задержали оборону Альфы. Но, тем не менее, опять же, не успели туда по фасту залететь. Дишка будет агрессивно отыгрывать АТ-шки от коллектива Литера. И тактика совершенно никак не меняется. Ребята работают по-прежнему. Двое через мост, двое в Т-шку, и лапа на Т-спауне чекает мидл. Райден будет принимать на чердаке сейчас мост. Ну и, собственно, здесь немного коллектив WFVG поменяли свою позицию. За исключением предыдущих раундов, они обычно в агрессию заходили. Ну и зачекал уже Райден своих оппонентов. Откид ХАЕ, к сожалению, неудачная. Джонни работает на приеме, есть минус лапа. Зачекал Вейка сейчас Райден, забрасывает по нему довольно-таки неплохое количество дэмэджа, но и ловит по себе. Здесь Рензу отлетает моментально от гантели. Вейзик по-прежнему обороняется под Альфой, там систем в Т-шке с УАшками будет работать. Зишка тем временем через винты заходит, минус Джонни Кейм. Ну что ж, должна быть информация сейчас по винтам. Здесь Вейзик пытается отстрелить своего оппонента, но Зишка что творит? Просто моментальная пачка заходит, откид ХАЕ от Зишки. Систем также разбирается с Джонни, ну и вновь у коллектива WFVG проблемы. Гантеля немного нашитый, ну как немного, 38 хп остается. И сейчас будет, скорее всего, работать через Т-шку. Да, именно так и будет происходить. Винты плюс Т-шка будут, ребята, заходить сейчас под Альфу, но не знаю, не знаю, смогут ли. Зишка в этом раунде уже даблкил оформил, есть информация Вейка по Райдену. Ну и здесь Зишка словил инфу по гантели и спокойно его минусует. Ну что-то как-то вообще все крушительно, в салат ребята рубят своих оппонентов, 5-1. Не знаю, это что-то с чем-то, хотелось бы наблюдать более жесткую какую-то игру, какое-то сопротивление, но не удается сейчас как-то у коллектива WFVG противостоять своим оппонентам. Ну а здесь гантеля опять же довольно-таки агрессивную позицию занял. Вейк его моментально минусует. Систем стремительно терял свои хп, но успел перестрелять Джонни Кея. Опять же, коллектив WFVG в меньшинстве. Минус 2 игрока у них, гантели и Джонни Кей. Джонни, Вейзик и Райден сейчас будут втроем как-то пытаться отстрелить своих оппонентов, но это будет сложно, опять же. Райден дает минус по Вейку, но здесь Джонни под Альфой пытается как-то обороняться, отбрасывает ХАЕ в Т-шку. И здесь через боковую пошла работа, лапа зачекал Джонни в яме, есть минус, систем 4 хп контролит мидл по чекам, Вейзик, есть минус по лапе, откид ХАЕ в позиции плента Альфа, и здесь Райден ставит пачку по Рензо. Но и здесь как-то крайне жестко переворачивается преимущество в этом раунде у коллектива Литерет в пользу коллектива WFVG. Ай-яй-яй, систем зачекал Райдена, но не добрил. Есть минус, Зишка 28% здоровья, с УАшками сидит, уже готовится принимать своих оппонентов. Пошел деф, видит Вейзика, но Вейзик с ним разбирается. Ну вот, наконец-таки пошли ответные раунды от коллектива WFVG, 5-2 пока что. Но еще два раунда у них есть в запасе и вполне себе могут отыграть они данные раунды. Райден и Вейзик разошлись неплохо, 3-1-2-1 осталось. Дождаться, когда проснется Джонни Кей, гантели и Джонни, и тогда пойдет просто все как по маслу. Ну что ж, куда на этот раз будет направлен вектор атаки? Это, скорее всего, Альфа. Вейзик и Джонни будут обороняться непосредственно от плента, и здесь Джонни будет контролить выход с винтов. От Вейзика есть минус по Вейку, Рензо моментально размен, Джонни ставит минус по лапе, есть фраг парад, Райден неплохая пачка по систему, но опять же моментальный размен от Рензо. Ой-ой-ой, гантеля, есть выпад с перемычки, забирает Рензо, и Зишка уже ставит плейн, 100 хп у него остается. С УАшками будет в упоре принимать, но спалил свое местоположение, у гантели есть весь спектр информации по своему оппоненту, и сейчас должен потихоньку как-то выбивать, но я не знаю, что делает Зишка, просто с ножами стоит, а нет.
Берет наконец-то уашки, и здесь гантеля потихоньку подходит в более опасный радиус поражения данного девайса. Совершенно не может попасть сейчас по своему оппоненту. Забросил дэмэдж Зишка по своему визави, ну и здесь 100 хп осталось у него по-прежнему. Это шестой раунд в копилке коллектива Литерейт, 6-2, и остается последний раунд на первой половине. Будет ли это 7-2 за Литерейтами или 6-3? Но здесь сейчас коллективу WFVG срочно нужен этот раунд, иначе парни просто на смене сторон крайне рискуют. Но посмотрим. Может быть, сейчас что-то изменится. От лапы залетает хедшот по Джонни Кею. И 18% здоровья продолжает работать через винт. Здесь Райден должен принимать, но откидывает хае. Окей, справляется. Систем заходит за лапой вслед, отбрасывает хаешки Райдену. Но и сейчас Райден прекрасно должен понимать, куда же проходит его оппонент. Но понимать мало, не смог совершенно никак даже ему противостоять. Никаких действий не позволил Систем сделать своему оппоненту. Ну и здесь Зишка просто хоронит гантелю. И это седьмой раунд за коллективом Литерейт. 7-2. Что? Ребят, куда? Я что-то упустил или что? Почему сейчас у коллектива WFVG настолько крушительный счет? Я ожидал совершенно другого от данной встречи. По сути, это два титана просто. Ребята из коллектива Литерейт показывают очень неплохие результаты. Ну и, собственно, коллектив WFVG далеко. Ребята, которые не вчера сели играть в Point Blank. Они раньше просто рвали, уничтожали своих оппонентов. Вообще не важно, кто там был. WFVG справлялись с кем угодно. Литерейты, там, не знаю, Vivictus Gaming. Парни задавали везде борьбу, по крайней мере. Да, я согласен, не везде выигрывали, но задавали борьбу. А здесь просто борьбы никакой не происходит. Такое ощущение, то, что, ну... Ну вот сейчас профессиональных, там, не знаю, футболистов поставить против... группы детсада. Это то же самое сейчас происходит. Чисто по приколу два раунда отдали, два мяча в ворота залетело, и все. Не понимаю, ну, пока что такое мнение у меня складывается от данной встречи. Как-то коллектив WFVG на данный момент совершенно не собраны. Но я надеюсь, все-таки они проснутся. Хотелось бы наблюдать от них более жесткую игру. Но сейчас у них смена сторон и есть все шансы на реабилитацию. Смогут ли они сделать камбэк из Риэл? Или же все-таки коллектив Литерейт вот так вот чисто соло-изи забирают первую карту в свою копилку. По гантели уже залетает дэмэдж, 37 хп, ребята. Спокойно отыгрывают сейчас от винтов. Ну и пошла работа через мост. Вейзик на всех парах несется под бету. Там Вейк будет с чердака принимать. По Джонни залетел также дэмэдж. 81% здоровья у него остается. Рензо отбрасывает хае на мост. Ну и бета, в принципе, довольно-таки крепко стоит. И уже имеется информация по Вейзику. 84% хп у которого. Джонни Кей дает минус по Систему. Отлично, имеется open фраг. Забрасывается хаешка к Рензо. И здесь Вейзик должен справляться, да, именно так и происходит, но гантели дает размен... А нет, по гантели дается размен от лапы. Райден, 8% хп, Зишка по-прежнему обороняется в альфе, хорошо, Джонни его отключает, Вейзик проходит на бетон, нет никакой информации у Вейка по своему оппоненту, минус. Ну и лапа остается соло против четверых своих оппонентов, Джонни Кей рядовый, Райден тоже, ну и Джонни немного потрепан. Сможет ли сделать хотя бы даблкил лапа сейчас, или же все-таки сейчас пойдет уже доминация в копилку коллектива WFVG. Вот, вот это вот игра, вот это я понимаю. Здесь 4 игрока еще осталось. Вот сейчас проснулись, парни, сейчас уверен. Но вот сделаете камбэк, тогда я заберу свои слова обратно. А пока что, парни, все равно вы очень далеко от своих оппонентов, и у вас довольно-таки каховая ситуация. 7-3 пока что позиция в счете у нас. По гантели залетает дэмэдж от Рензо. Ну и, собственно, Вейзик также схватил пару свинца. 44 хп у него остается. По-прежнему его пытается Рензо дошить. 32 хп у него остается. Есть информация по Вейзику. Также у Вейзика по Рензо. Ну и пока что ребята в атаке играют на меньшинство. Окей, здесь Джонни Кей отбрасывает хае Вейку. Есть минус. Зишка с уашками будет принимать из двойки Т-шку и боковую. Но здесь пока что Райден и Джонни особо не торопятся. Ой-ой-ой, лапа. Есть минус по Вейзику. Также Зишка хоронит Джонни. Лапа опять же забирает Джонни Кей. Зишка вновь подхватывает. Минус Райден. Восьмой раунд в копилке коллектива Литерейт. 8-3 пока что парни отыгрывают.
Остается два раунда, всего два раунда до победы на этой карте коллективу Литерейтен, ну и, собственно, еще семь раундов коллективу WF Visage. Ай-яй-яй, как-то ребята начинают проседать крайне жестко. Залетает хаешка под Рензу, но 75 хп у него остается. Систем тем временем находит опенфраг в лице Райдена, также хоронит Джонни. Ну и здесь Рензу отключает Вейзика. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что ж, это уже более похоже на матчпоинты. Дорогие друзья, на 6 матчпоинтов в копилке коллектива Литерейт, ну не знаю, может быть сейчас Джонни и Гантеля покажут какие-то эпик минуса, но Джонни Кей точно не покажет. Лапа его хоронит, а Гантеля начинает удивлять. Даблкил залетает, но нет. Вейк здесь просто не прощает за своих тиммейтов. И это 9-й раунд в копилке Литерейтов. 9-3 и 6 матчпоинтов. Если сейчас коллектив WF Visage оступается, то это все. Первая карта улетает в копилку коллектива Литерейт. Ну и, собственно, это совершенно не есть камильфо для WF Visage. Ну ладно, у них, в принципе, будет еще шанс на реабилитацию. Если там проснутся, то могут еще как-то повернуть исход всей встречи в свою пользу. Но пока что не получается. Здесь коллектив Литерейт очень уверенно принимают. Райден 2% здоровья. Остался соло против троих. Ну и здесь просто Рензо его отключает. 10-й раунд за коллективом Литерейт. 10-3. Серьезно? Что вообще? Как это? Я совершенно такого не ожидал.